конкурса, как бы, с организацией «Димаш да старт». Вот, смотрите, сколько народу здесь собралось, сколько человек любят Димаша. И все поют его песни. И все песни его поют, и все его поздравляют, да, на китайском все. Вот, мы тоже его очень-очень любим, Димаша, и еще раз поздравляем с днем рождения. Поздравляем его с днем рождения, сейчас ждем его. Да-да-да, ну вот надеемся, то, что мы сейчас...